Над предложением сняться в этом фильме я думал приблизительно 3 секунды. Скажу, что по-настоящему счастлив участвовать в своем первом русском фильме. Я целитель был таким еще до своего прибытия в Голливуд. Именно поэтому играть священника Николая, который исцеляет человеческие души, для меня большая честь. А что касается плохих парней, которых я обычно воплощаю в жизнь, если вы не растете как личность, тогда ваша игра становится однообразной. Даже когда я пытаюсь показать плохих парней, я стараюсь сделать каждого из них особенным. Что уж говорить об этой роли, она часть меня. Потому что пришло время отдавать, расти до последней ступени. Это очень волнующе. Очень парень. Отец Николай находится в очень необычной ситуации, когда ему, священнику, самому нужен священник. У моего героя огромная тяжесть на сердце, сильный конфликт, дилемма, которую необходимо разрешить. Но главное, у него есть вера в Бога. Еще сильнее мой герой укрепляется в своей вере именно здесь, в российской глубинке. И восстановление церкви в действительности является возрождением себя самого. Для меня, как для актера, сыграть такого сложного героя, и русского, и японца одновременно, стало гораздо большим, чем работа.